Всем приветствую на своем канале, мои дорогие! Сегодня я расскажу и покажу вам самые необходимые покупки на данное время для меня. Почему самые необходимые? Так как нам с мужем пришлось переехать в другую часть Украины в связи с военными действиями на территории Луганска. У нас сейчас в прямом смысле этого слова война в Луганске, и пришлось оставить почти всю косметику декоративную, уходовую дома. И сейчас у меня кое-что заканчивается, то, что я брала с собой, и я покупаю самое необходимое, так как надеюсь, что все же в скором времени все наладится, и когда мы будем возвращаться домой, мне не нужно будет с собой тащить горы косметики, поэтому покупаю самое основное. Если вам интересно, оставайтесь со мной и на моем канале и смотрите, что же я купила за последнее время. Из ухода за волосами я приобрела себе вот такой вот шампунь впервые от рецептов бабушки Агафьи. Это серия 7 чудес меда. Это у меня шампунь, блеск и объем, перга и пчелиный воск. Многие спрашивали, у меня задавали вопросы, почему ты говоришь, что рецепты бабушки Агафьи идут без сульфатов и без парабенов. Вот эта вот серия 7 чудес меда, она идет с сульфатами. А вот эта серия, черненькая такая, темно-зеленая вернее, тут даже есть значок, не содержит парабенов и не содержит сульфатов. Поэтому есть разные серии, поэтому внимательно читайте сзади состав. Есть шампуни с сульфатами, есть шампуни без сульфатов от рецепты бабушки Агафьи. С сульфатом я специально купила шампунь, чтобы смывать свои масла для волос. Но шампунь изначально был более прозрачный, сюда я добавила, как в последнее время делаю, 10 таблеточек мумиё. Сейчас я постоянно покупаю мумиё в таблетках в аптеке и добавляю во все свои шампуни. И в этом у меня мумиё, и в этом. Хорошо промывает волосы, мумиё способствует росту и укреплению ваших волос. Очень классная штука. Купила себе масло лавра для волос. Многие считают, что оно идентично маслу бэй, всеми хваленными, и я решила себе прикупить и свое настоящее масло репейное от Эльфа, очень классно, я его люблю. Я добавила где-то 10 капель масла лавра. Также у меня есть в составе здесь масло иланг-иланг и масло ромашки, оно у меня, кстати, уже подходит к концу. Очень классное масло, и лавра, мне нравится его действие на мои волосы. Для волос я себе также приобрела огромную вот такую вот маску от фирмы Mil-Mil. Впервые попробовала вот такую вот масочку данной итальянской фирмы. Она у нас идет смягчающая, увлажняющая, восстанавливающая, с маслом карите для сухого и поврежденного волоса. Классно, объем здесь литр, очень приятный запах. Масло карите, такая вот белая, средняя по текстуре масочка. Очень хорошо восстанавливает волосы. Волосы после этой маски такие вот живые, увлажненные, напитанные и блестят. Очень хорошая, мне она понравилась. И цена у нее, кстати, не очень высокая за ее объем. Из ухода для волос, пожалуй, все. И теперь еще одно средство есть для укладки. Купила, конечно, свою самую-самую любимую пенку для волос от Wella Flex блеск и фиксация. Лучше этой пенки я пока ничего не нашла именно для своих волос. И тот эффект, который мне дает эта пенка, не дает ни одна другая. Классная пеночка. К сожалению, сейчас они очень подорожали. У нас, конечно, вся косметика в Украине очень подорожала, где-то процентов на 40. Даже та же чистая линия, она у нас поднялась где-то в цене процентов на 30. Это очень существенно отражается, конечно, на кошельке. Для ухода за своими зубками я приобрела себе вот такую вот пасту от Sensodyne. Эту пасту посоветовал мне мой стоматолог. Эта паста у нас идет для чувствительных зубов, восстановления и защита. Есть просто защита от Sensodyne, а новинка здесь идет и восстановление, и защита для ежедневного восстановления и защиты ваших зубов от повреждений, от холодного, от горячего. Если у вас чувствительные зубы, то вот эта вот паста вам просто необходима, просто хотя бы пройти курс
чистки зубов такой пасты. Она, конечно же, не совсем дешевая, продается в аптеках, но она работает. При соприкосновении данной пасты с вашими зубами чувствуется какое-то тепло. И вот эта паста обволакивает каждый зубик и защищает его, и восстанавливает. Реально, я почувствовала действие данной пасты. Может, видите, я почти ее уже всю израсходовала, и эффект мне очень понравился. В аптеке купила очередную баночку своих любимых йогуртов Норм от донецкой фирмы George Biosystem. Очень классно, на этот раз купила 30 штучек, обычно покупала 60. Здесь я не нашла 60, 30 штучек стоит у нас 17,25. Это у нас восстановление микрофлоры, профилактика дисбактериоза и повышение иммунитета. В составе у нас идут лактобактерии. Очень классные штуки, постоянно их пью по 2 капсулы до еды. В принципе, можно найти в любой аптеке. Следующее, что я купила в аптеке, вот такие вот Витрум витаминки Пренатал Форте для беременных и для будущих мам. Пока я не беременная, но в планах, конечно, с мужем у нас иметь детей в скором времени, как все нормализуется в нашем городе, прекратятся военные действия, мы будем работать активно над этим вопросом. Так как я будущая мама, я принимаю такие вот витаминки. Я читала, что есть обычный Пренатал, а есть Пренатал Форте. Вот Пренатал Форте намного лучше, их больше хвалят. Тут витамины на составе и все необходимые минералы. Также в составе есть фолиевая кислота и йод. Такие витаминки здесь 100 штучек, именно хватит на 3 месяца до планируемой беременности, чтобы насытить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Купила также себе очередную бутылочку мицеллярной водички от Garnier. Очень классная бюджетная водичка, объем огромный, 400 мл и очень надолго хватает. Купила на смену мицеллярной водички «Абсолютная нежность» от L'Oréal. Как можете видеть, она у меня уже подошла к концу. А объем здесь меньше 200 мл, то есть Garnier намного выгоднее покупать. Она стоит даже дешевле, чем L'Oréal, хотя объем в 2 раза больше. И по действию они практически одинаковые. L'Oréal может немножечко помягче водичка, и та подходит для чувствительной кожи. Замечательно, и та, и другая водичка очищает кожу. Мне мицеллярная водичка очень нравится, сейчас это мой must-have, всем рекомендую. А там уже на ваше усмотрение, какую покупать, то ли Garnier, то ли L'Oréal. И последнее, для очищения лица я приобрела вот такое вот средство гелевой щеткой от Garnier Блеск Контроль. Я думаю, всем известно, это у нас гель-щетка против черных точек, против жирного блеска. Впервые купила вот такое средство щеточкой. Видела несколько видео отзывов положительных. Щеточки реально отшелушивают неплохо вашу кожу, надавливаешь, выходит прозрачный гель, который хорошо действительно очищает до скрипа вашу кожу. На летнее жаркое время года то, что нужно. И последнее, без чего я не могу обойтись никак, это, конечно же, ватные диски, которые я покупаю вновь и вновь. И мои мастхейвы, это влажные салфетки. Покупаю второй раз вот такие вот огромные детские салфетки, супер фреш, с ромашкой Baby, без спирта. Очень классные, большие, хорошо очищает кожу. И Smile, мои любимые, для очищения ручек, чтобы положить всегда с собой сумочку, и ручки ваши будут в чистоте. Вот и все, что я покупала из самого необходимого, самого полезного для себя. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, до новых встреч, люблю вас!